29 сентября, 19 год, сбор гранатов на даче. Честно говоря, немножко забыл, что я хотел видео снять. Уже часть урожая собрал большую. Вам осталось немножко посмотреть, но тем не менее, что-то все-таки вы увидите. К сожалению, мой сорт винограда, граната, которая на даче растет, он мало съедобен в сыром виде. Это более он очень кислый, мы из него готовим наш шарап по большей части. У меня здесь штук, наверное, 8 деревьев разных сортов, и они все равно вот еще вот и белые есть сорта, но мы из них готовим только наш шарап, как правило. Вот они даже, видите, трескаются, это, видимо, от обилия влаги в воде, хотя я их не поливаю, но тем не менее часть гранатов сюда трескается почему-то. Вот, хороший гранат, но вот трескается. Надо вообще-то собирать его аккуратненько секатором, но я одновременно снимаю видео и собираю, поэтому вот я так живу нещадным образом. Я думаю, вы меня за это простите. Вот они. Многое, к сожалению, падает раньше сбора. Гниет, портится. Надо будет нести удобрения, наверное, какие-нибудь типа серы. Это говорят, что если добавить серу, обычную желтую серу под корни, и в таком случае перестанут они падать. Но на будущий год я это проверю. Вот хороший плод, он какой замечательный. А? Вот он. То, что надо. Вот он. Собираю, складываю пока вот в таз. И продолжаю собирать. Хороший плод. Вот маленький, но крепенький, свеженький, целый. Вот еще один хороший. Машалла. Ну вот, что нам сегодня в итоге удалось собрать. Вот есть хорошие плоды, вот такие вот. Красные, спелые. Есть и белый сорт. Они вот, видите, трескаются. Есть и вот машалла. Вот. Хорошие красные сорта. В любом случае, пару штук мы съедим. Остальное мы будем готовить на шарап. Итак, 29 сентября. Там еще осталось на деревьях какое-то количество, немножко на верхушках, но, честно говоря, очень охота собирать, потому что надо одеть майку с длинными рукавами, а то вот я, видите, все исцарапался. Все руки уже царапины. Дерево колючее очень. Так что бог с ними, оставим на следующий раз. Ничего с ними не будут, не пропадут. 29 сентября, 19 год. Меня зовут Микола Рескеров. Спасибо за внимание. Приезжайте в Баку. Пока.